Я очень давно не выходил в VRChat, 2 дня назад вышел в VRChat, зашел, тоже никогда не захожу в русскоязычные комнаты, зашел в комнату «Пятерочка», кто знает, это один из главных комнат русскоязычных в VRChat, и стащил там у одного чувака, я не знаю, смотрит он на меня, как раз аватар с большим шлепой, и да, там, причем там очень прикольный аватар, да, с большой шляпой. Вот. Прикольный аватар. VRChat круто. Ой, как круто VRChat. Если у вас есть VRChat, если у вас есть VR, скачайте себе VRChat. Это прям офигенно. Но я не скажу свой никнейм там, потому что... Ну, вообще, было бы прикольно сделать либертарианскую комнату.